Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Друзья мои, я нашла здесь мадам Коко. Обожаю этот магазин. Тут такое все качественное, такое хорошее. Обожаю. Посмотрите, такие тапочки я себе взяла. Нормально, а ведь. Или вот такие взять. Эвет, буаладжан. Вот это возьму я. Ага. Таман. Смотрите, какие красивые здесь чулки. Бу ильку, а четыре сисву. Я бы севенди, беним чок севенди магаза, бен чок мадам коко северу. Посмотрите, какая прелесть, девочки, и ода из инвердиашки. Не гюзель, не гюзель. Hangisini istiyorsun? Yeşil mi, mor mu? Ha, bu güzel. Evet, mor. Evet. Друзья мои, я в шоке. Мой любимый мадам. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. У меня глаза разбежались. Смотрите. Şöyle diyor. Ama pike dediğimiz şey. Bakmak lazım. Normalde bunu şeyi. Sen de istiyorsun. Yeter aşkım. Baktım ya. Kaç? 20 lira. 40 lira yazıyorum ama. 20 liraya düşüyor. Kampanya seviyoruz biz. 42 var mı abla? 44. Что это за крем? Алоэ вера. Баксен, башка бу даха гюзель. Aşkım, sadece bunu almıyorsun. Bununla beraber bir tane daha alman lazım. Çok çirkin durur çünkü. Nasıl? Çirkin durur. Bu olacak. O da ne kadar yapar biliyor musun sen? 160 lira yapar. Так, покажу вам еще, мадам Коко, что здесь есть. Тут все такого, чего есть интересного. Длинные полотенца, скатерть. И посуды. Скатерти. Эти покрывала, говорит, на диваны. Очень красивые, ну. Ашким. Бак, бакар мы сын. Бучик я-то диор, молмас. А он не кизель пришел. То ли батане ладжас без хафиф нас. И бурда давар электрик. О, более лязан без. А мне это кадар. Он ирми. Что это такое? Ну, не ашка. Ага. Тур. Урада да бакая. В общем, друзья мои, вы сами видите, какая красота здесь. Подушки такие. Супер. В общем, я сюда приду. Точно приду. Потому что мне здесь очень понравилось. Очень. Вот видите, вот это хорошее, оно стоит, ну, что-то не то. Какие хотите, есть расцветки. Знаете.
это красивое тоже синее. Надо подумать, короче. Вот такой вот, мадам Коко, видите, подушечки, все, что хочешь. Как здесь классно все. А это для отеля. Все беленькое. Извините, если вам плохо показывала, но... Ну и то не с пустыми руками ушли, купили себе что-то. А это что такое? На море. Вот такой вот ковер хочу. Зеркало купила себе. В общем, друзья мои, мне все очень понравилось. Что это интересно такое? В общем, заходим в этот магазин и посмотрим, выбрать обувь для наших внуков. Россия на арте, чекашка, вот ели. Сидим с Ашкевым, наелись, напились. Сидим, отдыхаем, чуть-чуть отдохнем и пойдем домой. Купили внучки, купила две пары ботосов. Покажу дома все. А сейчас хочу показать вам. Красивенько. Через час уже закрывают здесь. А, как красиво. Фонтанчик как здесь. А, orada niye kapattıydı? Oraya işte araba firmaları kiralıyor. Arabalarını sergiliyorlar. Ya herhangi bir ürünü sergilemek için. Kiralıyorsun, kiralık onlar. Aaa, orada kiralık arabayla. Tam внутри машины на прокат. Tamam, anladım. Benim bir ürünüm var mesela, cep telefonu veya araba veya bir şey. Ama сейчас aşkım не знаю, чем делать. Посмотрите. Купил эти штучки, не знает, куда повесить. Как он нас осовёт? Tamam. Что мы купили? Вот купили. Сразу, видите, положил всё. Вот это вот мы купили, и вот это вот купили мы. Так, а ну, гостерашки все не едни, терлик, на, терлик. Вот купил он себе. Чок седи, на, чок хаф. А, очень понравились им, там, а, шимди, не, не варный, ок, сейчас я буду вот эти сумки. Сумки разложу и покажу вам. Сегодня у моей старшей внучечки, которая такая моя внучечка, копия, зуб выпал. Сегодня заулыбалась и показала, впереди нет зуба. Вот такую сумку мы ей купили. Сейчас, может, цвета не передают, но она очень красивая. Очень красивая. А что внизу? Это НДР ей сделал подарок. Ашкен ей сделал подарок. Эта сумка... 180. Мы в Китапсан видели по 180, а в сарае и парке скидкой мы, естественно, взяли. Я, наверное, показывала. Вот взяли вот такие. Это, наверное, карандаши. Так. Вот если купишь сумку, то в подарок дают вот такой стаканчик. Подарок? Какой подарок? 50% скидки, а на 40 и по 20 дали. Будет в школу ходить моя внучечка и бабулю вспоминать. Взяли мы такие карандаши. Это хорошая фирма, качественные. Знаете, какая был? Две штуки берете, а третью дают в подарок. Как не взять? Фломастеры, карандаши. И это вот что касается. Сейчас будем пополнять сумочку. Но еще пенал надо ей. И больше я не буду тяжести. Вот такую взяли мочалку. Так. Вот такие носочки взяли для внука.
Для моей внучки взяли колготок, и я набрала много. Они стоят 12,50, качественные. В общем, они такие вот очень приятные на ноги. Посмотрите, взяла, значит, такие две маечки. Внучку цены не знаю, все вместе платили. Платила, значит, две таких маечки для внука. В основном дочка просила, чтобы я все взяла для Мари, которая идет в школу. Потому что у других все есть. Вот такие взяла носочки спортивные. Это очень красивые носочки с блесочками. Они хлопок, а вот наверху такой красивый рисуночек, переливаются. Вот взяла вот такие красивые колготки. Посмотрите, как у девочки на коленках будет у нее здесь дельфинчики. Это я взяла для моей младшей внучечки, Ирмочки. Она в садик пойдет в этом году. Взяла еще и вот такие носки им. Когда я вижу носки, у меня бросает в жар. Взяла вот такие колготки для внучки. Цена 15 или... Ну, они знаете какие? Вот блестящий такой цвет, нежный. Так, что еще я купила? Еще взяла вот такие колготки ей. Для школы пойдет, конечно, все пойдет. И взяла вот такие носочки с мороженым. Они мне понравились, что такие, в общем, под ботасы. Да, и для Мари взяла вот такие. Посмотрите, какие красивые. Сова. 7-8 лет. Кюлотлу чурап. Вот такие взяла ей колготки. Так, что еще я купила? Ну, это вот Деми взяла 4 пары трусиков. Одни такие, две такие пары. И две пары вот такие. И для внучечки взяла Мари. Вот такие разненькие ей. На 5 штук. Для Мари взяла вот такие маечки. Видите? Такая красивая, беленькая. В школу. Белая всегда есть белая. Не так ли? Вот тут немножко другой фасон. С кружевками такими. И... Две такие взяла с кружевками, а третью вот такую взяла. Цветную. Даже не знаю, сколько стоит. И для школы взяла вот так вот каждый день, чтобы она носила. Вайкики. Вот 50. В общем, вот такую взяла, обычную. И с другой стороны с длинным рукавом. Для школы пойдет. Все пойдет. Так, сейчас я хочу показать, какие я взяла для внучки ботасы. Это Kitchen, хорошая фирма. 28 размер. Стоят они со скидками 80 лир. Видите, все показываю, все как есть, правду. Так, вот смотрите, какие ботасы. Очень хорошая фирма. Вот одни такие взяли черные, а одни взяли вот такие. Как раз под эти колготки, вот я же пока покупаю, очень будет красиво. Вот две пары ботасов. Ну все, думаю, по-моему, все. Что же еще мы взяли-то? Если что вспомню, покажу, но по-моему все. А, я же еще себе тапочки взяла. Мадам Коко. И зеркало. Ашкем, бенимайны, нерде! Как он все распределил. Вот такие взяла тапочки. Мадам Коко, обожаю этот магазин. Они стоили, кстати, со скидкой 50%. Вот, 37 размер. И зеркало взяла себе увеличительное. Потому что у меня вот эти вечно что все падают, а не этот. Ну, вот так вот сейчас. Вроде бы ничего, да. Посылка же это буду отправлять. Конечно, все без коробок будет. Ой, еще нужно брать жакеты. Еще нужно брать... что там спортивные для внука. Ну, в общем-то, вот такие вот остались мелочи. Ну, постепенно все сделаю.